Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу вам, как мы безопасно упаковываем стеклянные банки для пересылки. Покажу это вам на примере нашего набора и 6 баночек варенья. Каждую банку мы упаковываем в целлофановый кулек. Дальше вы поймете, для чего это. Теперь мы берем коробку, и у меня здесь заранее подготовленный пенинный полиэтилен, 2 куска. Один я кладу на дно коробки, выставляю баночки. Баночки выставляю с зазором между друг другом и между стенками. Баночки выставлены. Теперь мы берем монтажную пену и запениваем. Сверху я также кладу второй лист с пениного полиэтилена. Упаковка готова, теперь мы ее не переворачиваем, а даем ей некоторое время спокойно постоять. И второй способ упаковки с помощью также спененного полиэтилена. Я уже заранее упаковал, сейчас вам покажу. Каждую банку мы обматываем спененным полиэтиленом и сверху, снизу также кладем. Вот. Но, как говорится, нет предела совершенству. Из дури можно даже лом сломать. Для этого мы даем каждому нашему покупателю гарантию. В случае, если почта разобьет банку, мы за свой счет высылаем повторно разбитое варенье, либо возвращаем деньги по просьбе покупателя. Всем приятного аппетита, будьте здоровы!